Всем привет! Сегодня мы будем слушать Гора. У-ла-ла. Я, кстати, вот Максим говорит, ты помнишь? Я помню. Мне он там не понравился, и мне он не понравился, он плохо раскрыл смысл. Он как-то... То есть тема была понятной, название и все это звучало, но... То есть по факту он пел вообще не про это. Ну вот, у-ла-ла, да, более такая... бестемное название, и про нее у-ла-ла можно чё хошь. Думаю, в этот раз может мне даже понравится. Очень грустная у-ла-ла. Девочка, постой, я еще молодой, да. Дождь сегодня за окном, не смогу я быть с тобой. Спустился на район, люди, дети, тачки. Возле забора встретил маленькую собачку. Прошелся я туда, сюда, обратно. Обстановочка, в общем, все нормально. Е-у. Перед домом встретил моего брата. Тимох, идем домой, бери гитару, братка. Пойдем вдвоем с моем. Позже потянулись мои ребята. Е-у. У-ла-ла-ла. Ну, кстати, неплохо, мне понравилось. Залипает прямо в душу. Знаю, на века будут люди меня слушать. Тут моя семья, кредо братцу не нарушу. Я пою для всех, но не все это заслужат. Эта музыка будет играть от души. Какой самоуверенный молодой человек. Но это не твоя душа. Но это не твоя душа. Ну, мне понравилось, мне, знаете, во-первых, голос есть, вот это большая редкость, вот, приятно слушать, и был какой-то драйв, и было как-то интересно, конечно, там песенка-то особо ни о чем, вот, но что-то в ней было такого, что привлекает внимание, и оно как-то настроение поднимает, понимаете, конечно, возможно, ему еще учиться и учиться, чтобы сделать шедевр, но в целом, учитывая его молодой возраст, и вот... Он отличается от многих тех, которые сейчас вот популярны. А вот у него есть какая-то такая своя изюминка, свой настрой и какая-то такая... Ну вот еще глубины нет, вот про которую я тоже тут недавно говорила, о том, что чем старше человек становится, вот пережил, и глубина сразу появляется, так и вот у него она присутствует, эта глубина, несмотря на свой возраст. И я думаю, что у него еще все будет впереди. Всем пока.